Эти соревнования были посвящены круглой дате – 90-летию спортивного общества «Динамо», а также предстоящему Дню защитника Отечества. В этот раз заявки на участие подали 160 человек. Они разыгрывали звания сильнейших в 7 весовых категориях. В разные годы обладателями кубка становились оренбургские, бузулукские, тоцкие, орские самбисты. И борьба ожидаемо получилась упорной. Судьба трофея решилась буквально в последних схватках. Два последних турнира выиграла команда областного СОБРа, ставшая лучшей и на этот раз. Победители вместе с кубком традиционно получают главный приз – автомобиль, который сейчас после закрытия турнира отправился в Орск. От лица своих коллег команды СОБР мы посоветовались. В течение 2 дней турнир прошел на высоком уровне. И одна из команд шла с нами как плечо в плечо. И победу решала единственная схватка. И ОМОНовцы ее проиграли. Мы приняли решение, автомобиль мы дарим команде ОМОН города Орска. Итак, СОБРовцы первые, Орский ОМОН на втором месте, и замкнула тройку команда Центра профессиональной подготовки, на базе которого и проходил нынешний турнир. Анатолий Юденич, новости дня.